По какому поводу доставлен отдел полиции номер 7? Поджога вещей в подъездах и дверей. Поселка Солнечный? Да. Зачем вы это делали? Ну, вкратце. Хотелось эмоции выразить. Эмоции? Да. То есть вы, когда поджигаете чужую вещь, вы таким образом выражаете чужие свои эмоции? Или что? Правильно? Как-то так. Много объектов подожгли? Нет. Ну сколько? Вот все, что было. Ну сколько примерно? Пять, шесть. А каким образом поджигали? Спичками, свечами, ну и какие-то какими бумаги, свечами? Какими свечами? Какими? Обычные, восковые. То есть подходили, ну, расскажите, вот зашли в подъезд. Зашла в подъезд, обошла, посмотрела, есть ли что, что можно поджечь, ну и подожгла. Понятно, после этого уходили, да? Да.